председателя суда Ненецкого автономного округа торжественно проводили в отставку. На этом посту Евгений Мартынов отслужил 2 срока. Подробности в сюжете Василия Хатандейского. Под бурные аплодисменты во Дворце правосудия прошла почетная церемония отставки председателя суда Евгения Мартынова. На протяжении 12 лет Евгений Александрович возглавлял судейское сообщество окружного суда и внес большую лепту в развитие судопроизводства в округе. 10 лет назад в регионе была создана служба мировых судей Наринмарского городского суда. Обеспечено постоянное присутствие в округе арбитражного суда Архангельской области. Немножко грустно, действительно грустно. Здесь. Но учитывая, что много сделано за прошедшие 12 лет, и построено здание, и мировая юстиция полностью сформирована, и хорошо работает Наринмарский городской суд, квалифицированные специалисты в суде округа, построено прекрасное здание суда округа, я ухожу удовлетворенный. И то, что не успел доделать или сделать, во всяком случае сделают мои новые председатели суда, которые придут на эту должность. По закону председатель суда субъекта Российской Федерации может исполнять свои полномочия только 2 срока. Второй срок закончился у Евгения Мартынова 2 июля 2021 года. Он пришел в судебную систему еще в 1982 году. С тех пор 39 лет неизменно служил правосудию. Желание идти за справедливостью появилось еще в детстве. После армии Евгений Мартынов пошел учиться в Свердловский юридический институт. Окончив учебу, сразу начал работать. Начал работать судьей в Холмогорском районе. На родине Ломоносова. Через 5 лет был избран. Значит, избирал меня народ Холмогорского района. Были и против, кто голосовал, 99,97%. Поэтому я всегда поддерживаю выборы судей, особенно мировых судей. Но так принят закон о том, что судьи назначаются. Отработав председателем суда буквально несколько лет, был приглашен в Архангельский областной суд. От судьи дошел до должности заместителя председателя Архангельского областного суда. И затем, по рекомендации председателя Верховного суда, был назначен в 2009 году сначала на 6-летний срок и затем вторично еще раз на 6-летний срок. За длительный путь в судебной системе Евгений Мартынов получил множество наград разных степеней. В торжественном мероприятии приняли участие представители органов государственной власти и сотрудники правоохранительных ведомств, которые тесно работали с окружным судом. Новая кандидатура на должность судьи Ненецкого округа рассматривается кадровой комиссией при президенте Российской Федерации. Василий Хатандейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».